Зачем ты ее останавливаешь? Подожди, я рассказываю. Это так мило, каждый раз это слышу. Или ты говоришь на «в» восстанавливаю. Неподдельная искренность в этих словах звучит. Но я путаюсь. Ну мы же тебе объясняли. Кто? Ну римляне, ну чё ты? Никто ничего мне не сказал. Либо я не слышу букву «в». Давай будем считать так. Ты не слышишь букву «в». Нет. Теперь уже нет. Букву «в» в слове... Типа восстанавливаем. А, не-не. А что там слева? Ничего. Что-то район, что ли, какой-то? У нас кажется. На районе. Там слева город? Да, какой-то город. О! О! Стреляют? Вон да. Она, вон она, военная база. Че, пошли воевать? Ху-ху! Давай, Инси, врываемся. Болинар прикрывает. Но сначала нас. Надо прикинуть, сколько людей. Сразу, конечно, не палить. Не палиться. Но так. Это было далеко, это, наверное, в километре где-то. Ну, а со стороны как раз военной базе раздалось. Там по-любому какие-нибудь лутальщики беспечные. Там драка за лут происходит. Так, Кинси, видишь меня, да? Все, хорошо. Вот сейчас я отсюда посмотрю в бинокль, вы меня прикройте, если что, тылы. Опа. Сейчас займем кустики. Так. У меня прицел на этой СКС, она не X даже. Ну, оно X, но она вообще не увеличивает. Почти. У тебя лишь бы X был. А может это не X, может это Х. Блин, сюда. Отсюда хреново, да, прикрывать его? Никого не посмотрю. Так, а перед нами прямо 3, вышечка. Вышечка с лутом. О, это вышечка, тут у нас война, какая вышечка. Так, давайте рванули вот посюда. Че, вышечку не вымыл? Блин, у меня опять выпал скорпион, черт. А почему он у тебя выпадает постоянно? Ну, потому что мало места в инвентаре. Давай что-нибудь заберу, у меня есть 6 слотов, 8, 12. У меня 7 слотов свободно. Давай, блин, скидывайся. Да где я сидел? Вот здесь, да? Блин, он... А, он опять выпал! Вот здесь, ну, пока короче, бегал. Если я найду, это будет мой, да? Да. А, так он где-то здесь выпал. Блин, в поле, я хрен знает вообще где. О, боже мой. Третий раз ты его уже теряешь. Ненавижу. Все убирается в первые самые высокие слоты. А, ребят, ну это капец прям. А ты где бинокль взял? Не там. Ну, все, короче, я буду с калашом с однозарядным воевать, пошли. Ну как так-то? Ну сейчас нет времени нет, искать его, тут война идет. Как это нет? Мы должны его найти. Блин. Это же важное оружие, тем более с глушителем. Ну ты где бинокль? Скажи, что тебе показалось и не нашел его. Руки прочь. Не, он его пытается схватить. Хорош присмыкаться над моим скорпионом. Так. О, все. Ладно, давай за мной. Я глушитель забыл. Валенар! За мной! И у тебя выхватывание и падает. В смысле, где глушитель? Какого хрена? Ты забрал, он там рядом валялся. Ну ты серьезно сейчас вот это? Да вот он на полу. Вот смотришь, говорю, рядом валяется. Блин, ну... Вот будешь знать, так сказать, как Валенар. Терять... Видишь слева холм скалистый такой? А где вышку нашли? Если что... Вышка прямо по курсу. Если что, ориентируйся на него, может тебя туда отправим прикрывать нас. Мы сейчас бежим прямо на вышку. Да в жопу эту вышку. Надо бежать по кустам, на военную базу залетать с двух ног. Вот вышка, смотри. И осматриваться направо еще желательно. А, о, вышка. Какую увидели. Так, сейчас все запомнили, тут прицел. Как мы выглядим. Да ну как, что вы делаете, блин? Я палю, я не сытен. Ну пошли вы все в жопу, я пошел один воевать. А где Холмс? Там еще... Где? Там еще я уже прибежал сколько, но я его не к брал. Этой базе. Так ты куда так близко? Надо оглядеться, прикинуть, где люди. Так я уже что? Огляделся, нет, никого не видно. Надо влетать и лутать все. Всех так, а стрелял убивать. Кто? Стреляли, ну, мы его ищем. Далеко. Так, я если не уже Холмс, я не успокоюсь. Ты где? Я ж тебя пристрелю. Я по базе случайно. Бегаю. Где? Внутри. Вол, ты где? На холме. Молодец. На каком? Где я? Ты среди нас. Короче, я пошел. Если я вас пристрелю,
Нечего было мне бросать. Так, стреляю. Зомби. Да. Тут еще один зомби. О, правильно, стреляй с глушителя, чтобы не палиться. Так, важная информация, важная информация. В контейнере вижу жакет, который полностью уничтожен, и походу здесь кого-то расстреляли. Полностью, ну, красный. Он капец, что такое? Я нашел обрез. Обрез? Да. Тут, блин, реально кто-то лутался, походу. Ну, я говорю, здесь расстрелянный тип, наверное, бежал. Ну что, а на калаш что можно нацепить? Да, еще? Мертвый зомби. Да, реально, как будто кто-то только что покинул это место. Ну, судя по всему, они двигались дальше. Да, тут, короче, куда на вот? Другой стороне этой военной базы есть стена разрушенная, и вот около нее мертвый зомби валяется. Я захожу в какой-то дом большой. Двухэтажный, да? Да. Окей. Я слышу, что кто-то топчет. Это я, наверное. Так, я нашел шлем. Ой, ёб твою мать, труп! Человеческий? Да, прям под лестницей, в этом же доме. Возможно, здесь кто-то сидит. Так это зомби, наверное. Я вот в двухэтажном доме убил зомби. Да он лежит к стене под лестницей, я не вижу его лицо. Двухэтажный дом? Зомби. Да. Я его прямо, пока он по лестнице поднимался, пристрелил. Он под лестницей? Попробуй сейчас посмотри. Ну, может быть, потому что провалился под текстуры. Я просто он лицом к стене, не вижу его зомби. Так, я пока я лутаю, вообще, я не лутаю, а осматриваю все постройки здесь. Так, я нашел. Че ты нашел? Чуть ничего нет. CR-527. Где ты нашел? Рядом со мной. Ты где находишься? Ты должен с холма нас прикрывать. Вот, ну, я по холму бегаю. Же, ты на холме нашел CR? Я по холму бегаю. Ты на где ты нашел CR? Я вернулся. Нет, тут еще одна вышка стоит. На холме? Угу. Потому что мне кажется, что они убегали вот ту сторону, куда я сейчас смотрю. А, мы-то все видим, куда ты смотришь, в какую сторону. Ну, короче, я смотрю в сторону, дорога, которая идет от базы. В лагере никого нет. Рома, ты все еще в этом двухэтажном здании? Нет, я ушел, походу, это казарма. FX-45, пистолет разряженный. Давай там встретимся. Внутри. Ну, я нашел коллиматор, походу. О, бери. А что такое TAN Tactical Sheet? Это... Рубашка тактическая какая-то. Тактическое дерьмо? А, да. Точно, я поменял вместо дождевика. Хотя какая разница, все равно 4. 4 на 4. Ну да, тут что-то никого не видно. О, каска! Ай, сломанная. Сильно сломанная? Авиаторская, типа. Лопата. Так, Инси, скажи, как выглядит здание, в котором ты находишься? Одноэтажное здание, как спальня для казарм. Да, там спальня, там душевающая. Оно далеко от входа? Нет. Я вообще-то только это второе здание. Второе, да? Рядом белая цистерна. Видно столбик, башенку одну. Рядом каменную. Дальше забор. Так, я забегаю. Валяется зомби. Инфекционный. Я забегаю. Может, меня слышишь даже. Захожу внутрь. Как ты зашел, если я у входа стою? Ну, блин, значит, не то. Давай встретимся на входе. Давайте все встретимся где-нибудь. Не, Валенард должен оставаться на позиции, прикрывать нас. Так. Найдите какое-нибудь одно отличающееся здание от всех, и давайте там. Вот видите башенку, вот одну двухэтажную, тонкую, каменную? Около входа? Я уже забыл, где вход. Я уже нашел точно такое же здание, которое тебе описывал, только уже в другом месте. Давай на Честно говоря, встретимся. Прикрывать базу отсюда хреново, потому что деревьев много сильно. Ну, не базу, они а прямо... подходы к базе. Они прямо прикрывают ее. О, Рома, я нашел Big Military Team Backpack. Престижный. 20. О, слушай, оставайся там, где ты сейчас. Я приду. Ты знаешь, что это такое? Да, это...
О, нифига, я нашел платье, в нем 30 патронов для Макара. О. Так. Для УЗИ, что ли, это? Оставайся, где ты нашел этот милитари. Да, палатку. А что это такое? Ну, палатка. Нам нужна она? Нет. Ой, зомби ко мне. Наверное, не нужна. Меч. Сейчас я его порубаю, потому что он сейчас, если в текстуру зайдет, мне будет сложно мансовать. Ну, что-то ничего не видно, пока это хорошо, конечно. Слышу, вот я пришел. Да. Каску себе надыбал. Угу. Вальнар, тебе нужна каску? Ну, вообще, можно, в принципе. Я думаю, без места... Еще куражки. Один зомби, ё-моё. Секунду. Так, вот это что такое тут? Ни хрена. Ну хорошо, вот. Каску возьмем, если найдем еще одну. Еще одну надо. Я тоже каску хочу. Это рыцарский шлем. Немножко. Так, для калаша. Фигня для калаша. Так, у меня хендгвард. Есть для МП5. Это ручка дополнительная, она нужна нам? Не. Что-то я тоже не видел у него. А, прикольный калаш, блин. За неимением МП5 ручка нам ни к чему. Не, нафиг, лучше. Хотя подожди, тут, наверное, какая-то есть. Damaged. Тут говоришь, 3 цевья было, да, Инси? 2 на краю. 2-2-2. Не, вот это... Ну не цевья, я не знаю, как она называется. Ну, это приклад. Ну, под плечо. А вот еще одно лежит в казарме. Ну. А ты в какой уже казарме? О! В соседней. 20 патронов, 5.56. Да, я возьму их. Да, они для калаша как раз. 5.56? 5.56 это для натовских стволов. А, ну ок. 7.62 калаш. Еще одно предплечье. Короче, их тут 5 штук. Ну, судя по пустоте, здесь кто-то лутался. Уже давно. Да. А может недавно, судя по выстрелу, наверное, кто-то зомби пульнул на прощание. Я сейчас залезу на вышку стального забора. Баллистический синий шлем. И попалю с СКС окружности. Хорошо. Волочь, ты заходишь к нам, нет? Или что? Пока не. А ты видишь меня? Не, я по холму бегаю. Ну, где забор, в угол. Блин, холст, ты испугал меня, я чуть не пристрелил тебя. А чё это? Чё на? Страшный, как зомбарь, блин. Нормальный. Вот, стоит башня такая зеленая, высокая сторона. Тут ручья нет поблизости, не знаешь? Ну, где-то должен быть на самом деле. Скорее всего, это если вниз только, вот туда, к деревне. Так, зомбарь. Так, сейчас я буду думать, какое цевьё красивее. Нет, все-таки деревянное круче. Ну, что тогда вокруг никого. Сейчас было бы смешно, если бы я упал. Как будто бы я тут уже был. Ты вообще должен быть ручей где-то тут рядом. Так, Инси, давай вместе кажется, держаться. Ты как раз в ту сторону, куда мы и бежим. Сейчас. Слушай, я давай вот залутай вот этот вот, да, вот этот вот его, а я вот этот вот. Подствольник для АК. Ого! Я сейчас приду. Ой, не подствольник, а этот. Для плеча это деревянная хрень. А, деревянная, да, она? Да. Что-нибудь еще есть тут? Это коробочка. Ну, это фигня вообще. А, 10 патрон для ружья, такие красные. Дробь. А, дробь. Не, дробь нормально пригодится. Может, найдем дробовик. Так. Места мало. Еще один пистолет разряженный. FX-45. О, это под 9 мм. Престижный. А, вот натовские патроны беру. Но без обоймы. А обойма тоже должна быть своя персональная? Да, ну... С Макарыча не подойдет? Ну, короче, другими нет. Стреляет. Ну, если что, выкину. Макарова гильза на миллиметр, короче. Так, тут я уже залутал.
Давай вот через за мной. Забор, давай за мной давай, сюда. Бегу. Шляпа валяется. Вот моя бывшая. Девушка. Ой-ой-ой, зомби. Дай-ка я его сниму. Давай. В голову стреляй. Ну, давай в этот двухэтажный зайдем. Я там был, там ничего нет совершенно. А покажешь мне, где ты труп нашел? Ой, сложно. Уже сложно. Давай, ты слева начинай лутать, я справа. Давай. Ладно. Так, это что? О, а вот это уже для автомата кал. Блин, какая-то оптика тоже. Вот это вот дуло. Обрез. А, да. Я нашел прицел. А я нашел прицел для FNX-45. То есть для того пистолета, который ты находил. Похоже. Давай. Он в первой комнате лежит. Ладно, зайду. Я слышу зомби. Сапоги покусал. Вот посмотри, для калаша тебе нужен крейтвак. Ты просто говорил, что у тебя калаш. Так. Поэтому... Сколько тут всего? Зомби орёт. А где ты говоришь, нашёл тут для... В первой самой вижу. Комнате. А, нет, не вижу. А ты этот взял, да, что ли, себе? Кого? Эту штуку. Пистолет. Пистолет. Какой? FNX-45. Да, есть, но он без обоймы. Или он с обоймы? Вроде без обоймы. Блин, а как это? Handguard? Как заменить-то? А, о! О, поинтереснее стал калаш. А прицел ты взял снайперский этот? Да, но я его почему-то одеть не могу. А ты, может, что, этот получится надеть? Чего? Внутри 5X, который у меня, можно попробовать нацепить на калаш. Ну я нашел посыл. А, ну тогда на калаш он пойдет. Я нашел прицел большой. Я его не могу одеть на КС. Почему? Он типа не подходит? А у тебя сейчас какой стоит на СКС? Вот который ты такой же нашел. А, ПУ? Вот я его могу одеть, а тот не могу одеть. Он, наверное, не подходит. Ладно, потом, когда будем выходить, я скину, кажется. Окей. Так, я все-таки возьму этот натовский прицел. Жалко его оставлять. А, с собой мы? Блин, я не пойму, с собой мы, ребята? Red Dot. Ладно, тоже скажете потом, будем. Так, ладно, давай дальше. Лол? Чё? А куда делся мой пистолет, Макар? Я чё, уронил? А, да. Перепугался. Всё нормально. Как он тут пропал из рук-то резко? Чё ему уронил? А мы все облутали? Я на самом деле немножко не все. Потерял цикл. Я все это контролирую. Вот здесь мы не были еще. Давай ты сначала, я с конца. Это что такое? Волки-токи. Ботинки. Есть, короче, белый шлем у Валенарт, пилотский. Но он покоцанный весь. Надо? Нет. О, FNX нашел опять. Нету ничего. FNX, кстати, нам больше не нужен, да? По шмоткам говорите, если что, я переодел. А у меня тоже престижный. Вот обойма нужна к нему. А у тебя штаны, да, есть военные уже, да, на тебе? У меня они порваны. А, надо подлатать. Ну, я пока не видел никаких курток. Че, все, ничего нету, да, тут? Ну, эти же синие кабинки не открываются. Так, часто покажи, где труп нашел мне. Вот в этом двухэтажном? Да ты что, вспомнил, не вспомнил, где труп. В каком-то этаже.
Но это был зомби, скорее всего, потому что я уже увидел ну, пойдем, зомби просто, и понял, вот что... Я тебе покажу, вот смотри, вот, вот труп. Подожди, нет больше трупа тут. Ну да, лежал так, здесь. Надо воду искать. Ладно, пошли воду искать. Пойдемте. Я могу тебе флягу дать, наверное? Не, не надо. Она полная. Хоть став-то пройдет. Типа, так, я вас жду на выходе из базы. А мы все полутали, да? Да. Ну, на самом деле, надо в аэропорт идти. Да. Нашел то лишь две пачки патронов. FX без обоймы. О, еще я порву на тряпке эту куртку. Вал, а ты где? На выходе. Нет, у тебя на выходе. Стороны. Выход тут другой? Здание есть. О, я понял, ну. О, я нашел, знаете что? Repair kit, это только для машин, да? Why repair, подожди, wheel. Для колес, наверное? Нет, просто repair kit. Наверное, для машин. Снимешь? Да мы его так обойдем. Можешь заметить. Ну давай снимаю. Чтобы не бежал за нами. Фиговый выстрел. А, слышу, как вы стреляете. Сейчас бы не попасть из души. Канистра. Можно выпить и отравиться. А что в этом маленьком? А вон контейнер. Так, я в ангарчике маленьком. Ручка. Наручник. Ручка. И три патронтика. О, для 380. О! Ой, я слышу, как вы дышите. МП-5. Здорово. С чем? Это я. О! Я беру. А где вы нашли его? МП-5К. Ой, ембац. А ты в каске Холмс, да? Да. Я только что видел. Страшный какой. А почему взять не могу? Рюкзак. Так вообще. Места нет, наверное. А что здесь, МП-5, 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 да? МП-5, МП-5, МП-5. Но у нас нет магазина к ней, ничего нет. Магазин я скидывал. Ну возьми, бля, как... А, я его выкинул тогда. Потому что он не нужен был. Ну, что поделать, ладно? Ну, не судьба. Ну, в жопу да и, честно его, говоря, или... нафиг надо на МП-5, он патроны расходует сильно быстро. Ну это ж попсовый. Да дайте выйти. А это чё? А, химлайт. Так, ну все, пошли за воды. Лежит еще одна для МП-5 ручка. А, это пистолет наш. Пошли за мной. Там еще до этого был. За мной пошли, за мной. Мне вообще кажется, что это не то, что валялось, это то, что наоборот скинули вместо того, что было. То есть здесь тот, кто лутался, это наоборот вот это все. То есть пришла группировка МП-5 такая. МП-5. Залуталась тут и эту фигню все подкидывала. Тут где-то должен быть ручей. Батарейка. Не, там я был в вагончике, там ничего нет такого. Батарейка. Вы являетесь идущими за мной? Да. Вон вода, Вол. Вода! А я вас не вижу. Ну, молодец. Да вы зеленые все такие. Так на потому что фоне. Надо успевать. Ну, конечно. Мой-то шлем серебряный везде. Да. Попить. Да не, я шел прям в прямом направлении. А, вижу воду, все, я помню. О, я не понимаю. Я включаю. Раз, два, три. Я останавливаю. Ох уж это черный юмор. Давай потом просто нарезку из этого сделаем. Нарезку. Я просто уже раза четыре недоумевал, что вообще происходит, какого. Давайте вообще держаться лесами. Ферия недоумевания. Нарезку из этого. Нарезку из римлянина. Мы идем в сторону аэропорта. Ну, помнишь, как банка с чем-то? Нарезка из чего-то. Блин, фильм сик. А, да. Ничего, теперь должен пройти
Через то, что прошли мы. Римлянин... Ой, это БМПшка разбитая. Римлянин тоже заразился об наши вещи, которые мы обливали в видео. Их прикасался к ним и заразился. Кругом бацилы. Смотрел в облеванный прицел. Чего делать? Это что, это зомби дохлый, смотрите. Ого. И в нем 21-9-мм патрон, народ. Так, я сагрил зомби, а где вы? А-а-а! Меня убили! Ложимся. Убегаем? Да, я мертв. Капец. Меня попали. Убивай всех. Мочи. Я отбегаю к БМПшке. Ребята, вы должны отомстить за меня. Да. Ну, по крайней мере, ты можешь появиться заново. Ну да, я спаунюсь уже. Только нам надо теперь его караулить. Вы убейте уродов всех там. Я подбегаю, прям передо мной начинают обстрелять Холмса, я назад отбежал на шагов 20. Уползаю. А с выстрелы с базы были? Я не понял. Я на Холмс, в всякий случай, отступлю. Я вижу... Ничего себе. Вон они на забор. Где они? На заборе прыгают. Это зомби? На заборе? Перепрыгнули через забор сейчас. Это зомби такой? Да, зомби. Но они явно сагрились на людей, которые стреляли. Они бегут к забору все, походу, там чел. Я пытаюсь сейчас зайти, найти убежище. Мне неудобно, если я встану, я спалюсь. Мне надо найти куст. А где ты? О, как расстреливали, я отбежал назад, прям как ваши спины были. Возле деревянного забора сейчас. Что здесь происходит, блин? Знаешь, где деревянный забор? Ты сейчас видишь бетонный забор базы? Да, я вот. Ты прямо на него смотришь? Да. Чуть-чуть. Hey guys, what's happened there? Ты недалеко от меня, я знаю. А ты где сам? Я сзади, видимо, где-то от тебя. Easy, man. Я нехило так назад отбежал. Ну как? Я в поле практически выбежал. Вот. Спустя все эти кусты. А ты их видишь сейчас? Зомби исчезли. Я пытаюсь найти ракурс, я ползу. Сейчас можешь на поле посмотреть? Ну да. Ты видишь меня, бегу по полю? Нет. Ну я возле забора, прям когда начинаются кусты. Так, знаешь что? Давай выберем. Так, давай-ка ты, точку. Ты будешь. Давай, знаешь, где встретимся? Отступим к холму, с которого мы пришли. Вот где ручей, помнишь? Да, сейчас я попробую в полуприседе. Я просто, может, я увижу этого человека. А, тут есть два сторона. Поле с двух сторон. Так. О-о-о. Меня пуля слегка зацепила. Меня один раз попало, но... Меня испортило... А, блин, слушай. Вот я сейчас, знаешь, где? Вот где этот БТР мы... А, понял. Вот я возле него. Я на холм поднимаюсь к вышке. Это мне дальше... Короче, меня разрушили мой жакет, к сожалению, пулей. Он, конечно, еще юзабелен, но он совсем... плохо. Но у меня есть одна повязка. Мне дальше бежать? Я возле БТР того. Ну, да, беги к... Блин, я просто не особо хочу уходить от тела Холмса, чтобы подбегающих расстрелять. Ну, они же захотят меня залутать, да? Конечно. Поэтому если мы сейчас дальше убежим, потом надо караулить. Теряем цепочку событий. Откуда в тебя стреляли, Холмс? Ну, по сути, они стреляли оттуда, куда ты смотрел. А ты куда смотрел? В сторону базы. Вот куда зомби побежали, согревшиеся, оттуда и стреляли. Ой, ёб твою мать, передо мной зомби, но... Очевидно. Такое ощущение, что на самом деле кто-то ходит. Зомби бегает рядом. Валец, ты где? Я возле вышки на холме. А ты не пойдешь к нему? Ну, давай попробуем. Я просто своим желтым рюкзаком, как... Даже если ползаю, мне кажется, меня видно вообще. Либо мы можем пойти с другой стороны и просто сзади их.
Но я уже на самом деле забыл даже где полз, но вроде. Память как у рыбки. Я тебе говорил, Ванька, что у меня топографический. Топографический. Так, ну я сейчас сижу и смотрю, просматриваю в прицел этот деревянный сарай, где мы бегали. Какой деревянный сарай? Тут есть деревянный сарай недалеко от вагончика. Стальной сарай. А, так. А я в дырке, блин, тут зомби. Ну, то есть я иду за БТР, есть в стене дырка. Это, наверное, единственное место, откуда они могут идти. Наверное. Потом НС. А может, у тебя с вышки откуда-то? Не исключено. Ну, совсем близко были звуки выстрела. Плюс в меня попала одна пуля. Ну, там зажали просто. Слушай, во, мы должны увидеться, потому что это там, хрен с ним. Кто стрелял? Кто-то стреляет сейчас. Вол, ты? Нет. С глушаком кто-то обстреливает. Нет, не с глушаком. Убивай. Стреляет. Ну, в принципе, это даже было не близко, но щелчок был этого от выстрела. И зомби этот, зараза, ходит, мешает мне. Я бы дальше пополз. У тебя не с чего его убить, да? Так что бесшумно. Пистолет. Бесшумно нет. Кроме меча, конечно. Именно что бесшумно нет. Я пытаюсь выцелить что-нибудь, но тут ничего не вижу. А ты не умрешь, да? Да нет. Я так и дойду, не выражаюсь. Вал, ты же не умрешь. А я мой. А мой сик еще больше желтеет. Мутно блин. Не страшно. Противно, напрягает. Ну я вот долго ходил с этим сиком. Нормально. Я вот напротив дырки лег. Этой стены деревянной. Если кто в нее попадется, я, наверное, дам огонь сразу. Ну да. Еще бы знать, сколько там людей этих было. И вся суть в том, что у меня графон так плохо настроен, я не вижу вдалеке прорисов. Ну что, подбежать к тебе, может? Я уже давно предлагаю встретиться, потому что мне одному очково. Не то, что очково, я бы, конечно, сейчас ворвался бы, как Рэмбо вперед, но это желательно делать с прикрытием. Не зря. Ну, сейчас я по дуге оббегу. Я вот возле БТР, там, в шагах 10. Напротив дырки. Все залутано, блин. Блин, где же вас убили? Я надеюсь, ты не внутри базы, потому что если... Я не внутри базы. Все. Блин, я хочу убивать. Так убивай. Врывайся с двух ног. Да я ворваться хочу, но это надо делать вместе. Вол, давай как спецназ, скажешь, ты слева, я справа. Так первый заходит, второй прикрывает. А хоп-хоп, динамично врываемся на территорию, делаем лутаем, счастливы, довольны, встречаем Холмса, говорим пока, да за. А в итоге Валенард споткнется и убьется об свое оружие сам. Мне кажется, труп все-таки чуть-чуть дальше. Да? От БТРа. Да, труп-то мой здесь дальше сейчас. От БТРа. Тогда давай искать. Подожди, по-моему, зомби. Тебя спалил! Меня спалили. Так, меня подстрелили. О, дела плохи. Выстрел был по стене. Блин, меня я потерял сознание. Когда был выстрел, я увидел, как ошметок пули попал в стену. То есть это вообще нас сзади обстрел? Не знаю. Блядские зомби. Он сейчас ко мне подбежит. Доставай оружие, короче. Да я... С удовольствием.
Меня убили. Просто одним выстрелом.